Многосайтовость на разных доменах. Данный метод позволяет создавать сайты на разных доменах, используя один экземпляр продукта. Для использования этого метода нам потребуется, кроме настроек сайтов в продукте, произвести настройку веб-сервера и делегировать домены. В реальных условиях этим должна заниматься хостинговая компания или администратор серверов вашей компании. Мы же для наглядности будем использовать продукт, один из Bittrex виртуальная машина, которая позволит нам существенно сократить время по настройке серверной части. Рассмотрим процесс настройки многосайтовости на разных доменах на практике. Для этого добавим в виртуальную машину два сайта: company1.ru и company2.ru. Воспользуемся консолью виртуальной машины для добавления сайта. Указываем домен. Указываем папку сайта. Указываем кодировку UTF-8. Символические ссылки создавать не будем. Указываем пользователя базы данных, от которого будет создаваться база данных для этого сайта. Указываем пользователя базы данных, который будет создан для этого сайта. Указываем имя базы данных. Все, сайт создан. Таким же образом добавляем второй сайт. Все, оба сайта созданы на виртуальной машине. Но так как у нас нет своего DNS-сервера, то чтобы иметь доступ к этим сайтам, нам нужно отредактировать файл hosts. Для этого перейдем в каталог Windows System32 Drivers etc hosts и укажем в нем IP-адрес нашего сервера и домены, которые мы хотим ассоциировать с этим IP-адресом. Сохраняем этот файл. Перейдем на первый сайт и воспользуемся скриптом Bittrex Setup. Для установки продукта. Сейчас у нас произойдет установка дистрибутива. Дистрибутив распаковался. Принимаем лицензионное соглашение для продолжения установки. Регистрируем продукт. Для того, чтобы иметь возможность получать обновления в течение тестового периода. Сейчас происходит процесс установки модулей. Модули установились. Создаем пользователя с правами администратора. Выбираем решение, которое мы будем устанавливать. В данном случае это корпоративный сайт производственной компании. Выбираем шаблон, цветовую схему, синюю. Ждем, пока произойдет настройка сайта. Настройка сайта произведена. Можем перейти на сайт для того, чтобы убедиться, что все в порядке. Мы видим, что сайт открылся. Переход по разделам работает. Административный раздел тоже работает. Теперь, чтобы использовать одно ядро продукта на двух сайтах,
Создадим символические ссылки для второго сайта. Для этого перейдем в директорию второго сайта. И создадим символические ссылки на папку Bittrex. И upload. И скопируем 4 файла из корневой директории первого сайта в корневую директорию второго сайта. Это access.php, htaccess, 404.php и index.php. Скопировали. Перейдем на второй сайт, чтобы убедиться, что у нас все работает. Сайт открывается. Вернемся на первый сайт для того, чтобы произвести настройку текущего сайта, который у нас уже добавлен. Переименуем сайт. Назовем его первый сайт компании. При данном методе многосайтовости с разными доменами необходимо указать в поле домена имя, домен, с которым должен ассоциироваться данный сайт. Если у вас сайт один ассоциируется с несколькими доменами, то нужно указать их каждый с новой строки. В поле папка сайта укажем просто слэш, так как у нас у каждого сайта своя корневая директория. Название сайта также изменим. Укажем адрес URL. Также необходимо указать путь к корневой папке веб-сервера. Его можно указать либо вручную, либо если вы уже находитесь на текущем сайте, мы находимся на сайте первой компании, можно воспользоваться специальной ссылкой «Вставить текущий», и тогда путь к корневой директории будет вставлен автоматически. Сохраняем настройки, переходим в административный раздел второго сайта и добавляем сайт в системе для второго сайта. Укажем ID сайта S2, название, второй сайт компании. Также укажем домен. Папку сайта оставим как есть. Название, адрес URL. Ставим текущий путь, так как мы находимся на домене второго сайта. Выберем используемый шаблон. Пока что у нас один шаблон в системе. И сохраним. Таким образом, у нас в системе появилось два сайта. Это второй сайт компании и первый сайт.